Аленка, с днем рождения тебя. Ты самая классная, вообще моя лучшая подруга, с кем мы очень долго, больше чем 10 лет уже знакомы и дружим. Если бы не ты, я бы точно не знала бы про все эти блоги и вряд ли бы стала что-то записывать. Если бы не ты, я бы не познакомилась с чудесной маркой Dolce Milk. Вообще, если бы не ты, вряд ли бы состоялись наши классные встречи раз в месяц или реже, или чаще. Прогулки по Ярославлю, эти все сумасшедшие занюхи духов в Рив-Гош или еще где-нибудь. И вообще, я очень рада, что мы с тобой до сих пор дружим и общаемся. И я очень рада, что могу по видеообращению поздравить тебя сегодня с твоим замечательным днем рождения. Желаю, чтобы твои мечты исполнились, и радости в твоей жизни было намного больше, чем печали или грусти. Пусть твоя мечта и вот то, чем ты сейчас усиленно занимаешься, и этот спорт, пусть он приносит тебе не только то, что вот ты именно хочешь, и радость, и действительно, и стройность, и вообще ты красотка, ты очень хорошо выглядишь. Я не говорю, что ты раньше выглядела хуже, ты выглядишь шикарно. Ты классная мама, классная жена и классная подруга. Я очень-очень рада, что мы с тобой общаемся. С днем рождения. Так, еще у нас тут сегодня в этот день еще одни близнецы родились. Галинка, Малинка, мне так радуют твои комментарии. Я так рада, что ты на меня подписана и у меня висишь еще и ВКонтакте в друзьях. Если ничего не путаешь, то вроде даже в Одноклассниках. Я рада, что мы с тобой общаемся. Ты такая забавная и классная. Тоже с днем рождения тебя поздравляю. Всего-всего тебе самого хорошего. Побольше радости. Пусть этот день принесет тебе просто море эмоций положительных. Ну, соответственно, обеим девчонки, как у нас считается в команде через значок этот, как он там, решетки. Здоровья, счастья, денег. Денег. Традиционное поздравление, да? Ну и под конец у меня тут получилось 3 привета, и раз уж я пишу видео, чтобы все вложить в одно, потому что потом я фотоаппарат убираю уже до деревни, до моего приезда с дачи. Надеюсь, все-таки я уеду в пятницу. В общем, приветы. Анна Жишкина, привет. Артем Жидок, привет. Я вообще, честно сказать, не знаю, правильно я принесла Жидок, Жидок, ударение. Я тут переписала твой ник. Если что, извини. Ну или там пометь потом в комментариях, где ударение нужно ставить. Диана Ярадайкина, привет тебе. И, в общем, я тебя прощаю. Надеюсь, ты не будешь особо бугуртить по поводу удаления видео, потому что я, конечно, не против что-то удалить, но я не знаю, как там будут что-то срезать так, чтобы оно осталось на месте, потому что привет, и я уже вряд ли смогу тебе самое передать заново, потому что бумажки у меня уже нет той. Без бумажки я букашка. Пусть у тебя появятся очень хорошие друзья, и никогда тебя никто не предает больше, и тоже море тебе положительных эмоций. Почаще улыбайся, и в мире есть не только плохие люди, но и хорошие. Верных тебе друзей, новых и старых. Ну и всем хорошего настроения, радости, солнышко. Солнышко летом не помешает. И до новых встреч, пока!